Вот так, с помощью нехитрых механизмов, загружались льдом вагоны, предназначенные для перевозки скоропортящихся продуктов. Но все это и неудобно, и дорого. На Брянском машиностроительном заводе сконструированы новые вагоны-рефрижераторы. Стены изолируются специальным материалом, обеспечивающим надежное сохранение холода в течение длительного времени. Монтаж ведет бригада электрослесарей Валентина Бурова. Оборудование рефрижератора на колесах состоит из холодильной установки, двигателя, целой системы электропроводов. Управление двигателем и другими установками автоматическое. Простое нажатие кнопки приведет в действие компрессорную установку, и вагоны наполнятся холодным воздухом. Здесь можно перевозить скоропортящиеся продукты на любые расстояния в течение круглого года.